Приветствую вас, друзья, на канале Bizarre World, а также на канале Bizarre Joy. Я это видео записываю сразу для двух своих каналов. Для основного, на котором вы сейчас смотрите, и, возможно, и второстепенный канал, на котором я провожу стримы. Кто не знал, кстати, да, у меня есть Bizarre Joy канал, на котором проводятся стримы. Для чего я записываю это видео? Как вы понимаете, ситуация не очень радостное в последнее время происходит, мягко сказать, да? Мягко сказать. В общем, ситуация такая, что в течение этой недели, возможно, как пишет Роспотребнадзор, а я проживаю в Липецке, кто не знает, в России, соответственно, прикроет, вероятно, YouTube. В YouTube уже снята монетизация, то есть уже ничего не зарабатывает. То есть заработок никакой блогеры не получают. Плюс еще и, возможно, сами со стороны России закроют YouTube Роспотребнадзор. И, собственно, чтобы, друзья, нам не потеряться, я оставлю ссылочки. Ну и немножечко вам расскажу сейчас, как и что, какие планы в дальнейшем, чтобы вы были в курсе, что и как. Если вдруг что-то произойдет с Ютубом, и вы не сможете получить доступ и так далее, вы будете знать, где дальше смотреть видео Bizarre World, смотреть стримы и так далее. Видео я буду загружать на несколько площадок. Ну, во-первых, это Рутуб. Рутуб, скажу вам честно, загружается там очень все медленно. От того, как вы загрузили ролик, и он выложится, собственно, к просмотру, проходит не меньше недели. Плюс там какие-то косяки с обработкой кодека, и, соответственно, все в пикселях. Я не знаю, Рутуб буду ли я дальше туда загружать. Скорее всего, канал переедет на основную, так сказать, Bizarre World. Это, собственно, ВКонтакт. Это, собственно, Telegram. В Дискорде, возможно, будут также дублироваться ссылочки. Вот как-то так, такие площадки. Что касаемо стримов, также стримы я уже протестировал. Помимо YouTube, да, на YouTube самое оптимальное стримы вести. Но помимо YouTube, собственно, я попробовал провести стримы на нескольких площадках. Лучше всего качество ВКонтакте, как ни удивительно. Идеально просто картинка. Поэтому, ребят, обязательно подписывайтесь в сообщество, чтобы мы друг друга не потеряли, чтобы вы могли смотреть дальше и видео, и стримы, и так далее. Собственно, что еще хотел сказать? Также я оставлю ссылочки под этим видео и в описании, и в закрепленном комментарии, чтобы вы не потеряли эти ссылки. Можете себе скопировать или просто зайти зарегистрироваться тоже в этих сетях. Если вы в России, то ВКонтакте зарегистрируйтесь, это несложно. Зато, я думаю, 90% пользователей и блогеров из России перейдут, соответственно, другие сети, тот же ВКонтакт, потому что, как ни крути, Одноклассники, ребята, ну, я еще пока думаю, Одноклассники пока еще рановато. Ну, лет через 20, может, я перейду в Одноклассники. Пока еще я не такой старый, скажем так, для Одноклассников. Так что, друзья, выпуски пока, до того момента, пока не закроют YouTube, я буду продолжать пилить видосы на Bizarre World и делать стримы на канале Bizarre Joy. Заходите обязательно. Если у вас есть такая возможность, поддержите, потому что мы, блогеры, все стали, так сказать, одночасти бедняки, так сказать, бомжики практически. Поэтому нам нужна ваша поддержка. Нужна поддержка, да. Кто как может, можете поддержать, если у вас будет желание. Если вам нравится то, что я делаю, видео мои, стримы и так далее, дерзайте. Заходите на стрим, поддерживайте. Я вас только буду благодарить за это. Ну а так, вот такая вот ситуация. Такое вот скомканное немного, может быть, видео, да. Ну,
что хотел сказать еще. Многие радуются, что вот, мол, теперь наконец-то блогеры пойдут работать на завод. Друзья, я на заводе работал. Скажу вам откровенно, честно. Я на заводе делал холодильники, поэтому мне как бы меня этим не напугать. Но проблема в чем? Проблема в том, что если все мы с вами, все блогеры, кто занимается блогеры, кулинары, строители и другие специальности, все мы уйдем, так сказать, офлайн, что же вы будете смотреть? Это проблема. Придется смотреть смехопанораму Петросяна и новости 24/7 по телевизору. Вот и все. Поэтому это печально как для блогеров, для нас, так и для всех остальных, как вы понимаете. Поэтому особо здесь радоваться нечему. Но и также и печалиться не стоит. Жизнь продолжается. Жизнь продолжается. Переедем на другие площадки. Может быть, и года через два YouTube заработает как надо. А может быть, и YouTube вернут обратно. Все будет хорошо. Посмотрим. Поживем, увидим. В общем, ребят, всем передаю привет жителям Казахстан, Беларусь, Украина, Армения, Азербайджан, всем-всем ребятам, кроме Америки. Америка, я на вас обиделся, вам привет не буду передавать. Ребят, держитесь, все будет хорошо, все будет, я знаю, что будет все хорошо. Как бы ни было сейчас трудно, будет все хорошо. Через трудности придем к миру и процветанию, и все будет замечательно. Я же, меня зовут Макс, я же Бизарыч, как меня любят называть. О чем сказать, большое спасибо за все эти годы, что вы поддерживали канал, что вы смотрели видео, делились видосами. Печально, печально. Хотелось хотя бы дойти до какой-то отметки конкретной, да? 300 с чем-то тысяч. Но в любом случае, спасибо вам, спасибо. Вот такие дела. Тяжело, на самом деле. Более 5 лет я занимаюсь каналом Bizarre World, а тут раз и все, да. Но что поделать? Такова жизнь. Все, ребят. Ребят, девчат, я знаю, что и девушки смотрят, и тетушки смотрят, и бабушки смотрят, и пацаны, и мужчины, и дедушки. Всем большой привет. Бизарыча, и держитесь, все будет хорошо, прорвемся все вместе, и все будет отлично. С вами был Макс Бизарыч, ссылочки будут в описании, не теряйте этот видос обязательно, все эти ссылки куда-то добавьте себе в закладки, чтобы не потеряться. Ну, а у меня на сегодня все, всем спасибо, пока-пока.